Сегодня мы покажем тебе, как быстро вернуть уставшему лицу свежий вид. Высветли участки под глазами, вокруг носа и на подбородке с помощью светлого корректора. На самые темные места нанеси корректор желтого цвета. С помощью кисточки нанеси пудру-хайлайтер под брови и в уголке глаз. Затем растушуй тени для век светло-коричневого оттенка по всему подвижному веку, чтобы подчеркнуть форму глаз и придать глубину взгляду. Подкрути ресницы и подведи белым карандашом внутреннюю линию века, чтобы визуально открыть глаза. Нанеси несколько слоев туши. Нанеси на щеки немного розовых румян, чтобы придать лицу свежий и цветущий вид. Теперь ты знаешь простой и эффективный способ убрать следы усталости и выглядеть отдохнувшей и свежей.